Привет всем! Вы на моем канале Милан Уан. Сегодня мы рассмотрим 27-й тур премьер-лиги, где Манчестер Юнайтед принимает Ливерпуль. В среднем команда забивает 2 гола за весь матч. Ливерпуль, уставший после матча в Лиге чемпионов с Баварией, а Манчестер Юнайтед после победы в Кубке Англии над Челси, и он идет на подъеме и уже несколько матчей без поражений дома. У Манчестера наконец-то восстановился Ромелу Лукаку. И при новом тренере они играют в атакующий футбол. Для Ливерпуля матч будет очень принципиальным, так как они борются именно за победу в чемпионате. Но Манчестер набрал хороший ход, и Ливерпулю не хватит сил после игры над Баварией. Матч не будет результативным. И мой прогноз на этот матч: фора первого — нулевая. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Пока.